Всем привет, дорогие мои! Давно не снимала декоративную косметичку, но я зато снимала макияжи. А сейчас решила показать все же, чем я пользуюсь. Ну и давайте начнем с тональной основы. Я уже миллион, наверное, раз говорила, что я пользуюсь тональным кремом Stay On. Мне он безумно нравится. Но у него есть нюансы. Я обязательно прикреплю ссылочку к этому видео, покажу, как он стекает, если вы попадете под дождь или просто под какие-то брызги. Ну, я не знаю, бывают разные ситуации, вплоть до того, что я мою посуду, мокрыми руками убираю тарелки наверх, брызги летят, и может какая-то большая капля спровоцировать течение этого крема, вплоть до того, что он будет капать на одежду. Вот эти моменты нужно учитывать. Почему он называется стойким? Потому что вот я сейчас нанесла его в 6 утра, и я приду домой в 6 вечера, и он будет на лице. Мне не надо заботиться о том, поправляю макияж, я не поправляю, я знаю, что этот тональный крем сидит как вкопанный. Вот это мне безумно нравится, он не отпечатывается на телефоне, у меня экран телефона чистый и сухой, чего не скажешь про тональные кремы, которые жиросодержащие. Этот, кстати, на водной основе, он не содержит жиров, написано естественный сияющий полуматовый тон, так и есть, эффект бархатной кожи, так и есть, комфортная текстура, позволяющая наслаивать плотность покрытия. Нюансы наслаивания скажу такие. Не нужно ждать, когда у вас подсохнет первый слой, иначе, если вы уже на сухой, на высохшей тональной будете наносить второй слой, то первый слой может потянуться вместе за вторым, и тогда будет как эффект скатанного пластилина какого-то, поэтому наслаивайте тональный, именно пока он еще сыроват. Ну и по применению, также рекомендую использовать его не пальцами, я знаю, что многие до сих пор, ну это, знаете, это уже не искоренить, да, те, кто моего поколения, даже старше, они не привыкли использовать ни спонжики, ни кисти, ни бьюти-блендеры, хотя маму свою уже я переучила, она пользуется кистью. Я пользуюсь кистью, и когда наносишь пальцами этот тональный крем, он забивается в поры, в морщины, и никуда от этого не денешься, и кажется, что тональный крем этот фиговый, но на самом деле нет. Берете кисть, даже ту же самую Faberlic, девочки, ну вот она у меня сегодня после использования вот так выглядит, она даже не жирная на ощупь, она немножко влажноватая, как будто бы увлажненная, и наносите маленькими порциями, достаточно, совершенно немного. Ну, сегодня у меня как раз именно этот тональный крем, но я им постоянно пользуюсь именно в теплое время года, потому что для прохладного времени он мне немножко, ну, не хватает все-таки питательности, жирности, и я тогда перехожу, он немножко подсушивает даже, что ли, кожу. 62-11 – это мой любимый оттенок, и 62-12 я использовала тоже. У него немножко есть желтого пигмента, и он дает эффект легкого загара. Наносится очень-очень тонко, да, немножко от кисти, от искусственной бывает полосит, но это незаметно, это совершенно, вот когда тональный начинает подсыхать, ты просто делаешь вот такие похлопывающие движения, и прекрасно ложится, прекрасно он разносится, очень тоненько просто, я без ума от этого тонального крема, и рекомендую вам попробовать, но все-таки с учетом тех нюансов, которые у него возникают, когда попадает влага на лицо. Кстати, я этот тональный крем экспериментировала с нашей пудрой новой, которая у нас водостойкая, заявлена, Спорт и Пляж, я тоже ей пользуюсь. И действительно, когда вот я сейчас, например, смотрю на небо, а небо такое темноватое, и вот эту пудру, конечно, лучше использовать поверх него. Почему? Потому что все-таки она не предотвращает, вот если вы в ливень попадете, конечно, эта пудра не поможет. Но если какие-то легкие капли на вас будут попадать, то она точно предотвратит. Посмотрите мой эксперимент, я ссылку на это видео оставлю про тональный крем, как он течет, и все-таки я заставила его течь после вот этой пудры со второго раза, с первого раза у меня не получилось, хотя капля была достаточная, и тональный не потек, когда поверх нанесена вот эта пудра. Поэтому вот я в том видео сказала, что возможно, что она не помогла, но на самом деле, пересмотрев и проанализировав, я поняла, что все-таки эта пудра помогает. Ну и давайте уже сразу про нее пару слов скажу. Это новинка каталога, новинка этого года.
одного из летних каталогов, я уже по номерам девчонки не помню. Артикул 6339, она идет в одном оттенке, вот в таком достаточно темноватом, но она и рассчитана на летнее использование, она водостойкая для того, чтобы использовать ее на пляже, и было бы неправильным, если бы у нее был светлый оттенок, потому что выходя на солнце, на море, буквально 1-2 дня, и ваше лицо уже загорело. Даже если вы используете SPF, ну, за исключением SPF 50, да, когда там вообще ничего не проникает, и в один прекрасный момент, когда ты подходишь к зеркалу, ты понимаешь, что если на лице был SPF 50, а на теле, ну, допустим, уже SPF 15, то твое лицо значительно отличается по цвету от тела. Вот за это я не люблю SPF 15 и все-таки предпочитаю быть пятнистым оленем на лице, у меня очень сильная пигментация. Но я предпочитаю, чтобы хотя бы примерно одинакового цвета было лицо с телом, поэтому черт с ними, с пятнами. Я подставляю лицо под солнышко, чтобы все, ну, или использую там SPF 15 вместо 50. И лицо загорает, да, и хочется уже, конечно, использовать пудры именно темного оттенка. Поэтому эта пудра одна в темном оттенке, в достаточно темном, но средний. Бывает еще и темнее, это такой средний. Средняя степень загорелости, я бы сказала. Ну и сама пудра очень-очень хорошего качества. Несмотря на то, что у нее оформление, ну прям такое мега бюджетное, здесь даже нет зеркала. Я, кстати, смотрела рекламу Faberlic, где девушка красится, и она сидит на полном серьезе, ну, припудривается вот так, глядя в эту пудру. Я просто знаю, что внутри нет зеркала, но она так естественно это делает, вводя в заблуждение тех, кто думает, что он действительно там есть зеркало, нет, здесь нет ни зеркала, нет ни спонжи, ничего. Цена немножко в каталоге завышена, но бывают какие-то, вы можете набрать 100 баллов, кстати, как консультант Faberlic и 70% скидку получить и купить эту пудру, например, вот таким способом намного дешевле. Она того стоит. Здесь хороший объем, 8 граммов и... Посмотрите, я ее использую и не протираю абсолютно краешки, то есть она не пылит, она не осыпается. Качество очень классное, ему бы еще немножко оформление другое, да, чтобы можно было в сумочку положить. Потому что у нас реально нет ни одной пудры, которая хорошо легла бы в сумочку. Они либо огромные, либо вот в таких вот футлярах, да, которые, ну, сумка столько весит, сколько эта пудра. Поэтому хотелось бы вот такой вариант иметь с зеркальцем и со спонжем, такой компактный, маленький, для того, чтобы положить в сумочку. В общем, пудре ставлю пятерку за само качество пудры, ну, а за оформление можно снять балл, но мы же не оформлением пользуемся все-таки, да, а пудрой, поэтому этой пудре оставлю пятерку. Дальше из корректирующих средств, что у меня, давайте пробежимся сначала по коррекции тона. Это корректор Beauty Lab, я 0219 у него артикул, я его использую исключительно для век, для того, чтобы освежить немножко лицо, и обожаю его, это у меня уже второй. Он очень нежный, очень тонкий, хорошо ложится и, мне кажется, подходит абсолютно для любого века. Ну, конечно, если вы не смуглянка, не темнокожая, тогда, конечно, не подойдет, а для таких белокожих и среднего цвета лица, я думаю, что будет очень хорошо. Нюансик такой, да, нужно его очень тонко наносить, хорошо вбивать, и если он вдруг у вас скопился в морщинке, такое может быть, не пугайтесь, просто возьмите вот так легонечко, подправьте эту ситуацию, и будете ходить довольно весь день. Я уже в макияжах показывала этот эффект, когда наносила на одно веко, а второе оставляла без него, и просто разница, ну просто... очень заметно, насколько открывается взгляд, как он свежеет, ну просто супер средство. Мне безумно нравится и расходуется очень экономно. Следующее, что использую для того, чтобы скрыть какие-то несовершенства, это прям очень плотный корректор Catrice Camouflage, у меня в оттенке 0.20, с желтоватым пигментом, с желтоватым подтоном, ну достаточно такой темный, но я его использую для того, чтобы замазывать проступающие вены в области переносицы. Вот сейчас вы их практически не видите, а если я смою макияж, то там просто будут голубая поверхность, настолько близко у меня находятся сосуды, и их вот этот корректор, к сожалению, не перекрывает. Да, если там постараться на 2-3 слоя, я когда куда-то еду, например, я не беру все, я беру один вот этот корректор и
Да, он, конечно, скрывает, но не так плотно и не так надолго. Ну и, конечно, какие-то мелкие несовершенства поверх уже вот тонального крема наношу этот корректор. И очень стойко, он прям, ну прям прилипает и никуда не девается. Мне очень нравится. И дочь у меня пользуется таким же более светлым оттенком. В общем, я могу рекомендовать. И там, еще раз повторю, марка Catrice камуфляж. Но имейте в виду, что все поверхности век наносить его нельзя, он очень плотный и высушит вам кожу век. Наношу консилер, я этот кистью для консилера тоже Faberlic. Ну, вы уж извините, я вам показываю кисти в том виде, в котором я их использую. Так, следующее, про пудру вам рассказала, про одну, теперь расскажу вам про другую пудру. Это моя вторая любимая пудра, точнее, она была первая по выпуску, и артикул 6179, эта пудра тоже у нас идет в единственном оттенке из линейки Marie Way, и тоже у нее такой, знаете, не очень светлый тон, но если наносить кистью, то получается достаточно тонкое покрытие и можно даже для очень светлокожих использовать. Но, конечно, спонжем, который здесь есть у этой пудры, будет достаточно плотный оттенок и темноватый получаться. Ну, вот на спонже выглядит она вот так, но всегда почему-то на спонже пудра выглядит темнее, чем в жизни. Чем мне нравится эта пудра? Ну, она по ощущениям немножко не такая, как Спорт и Пляж. Посмотрите, немножко есть у нее, видно вам или нет, такая зернистость присутствует. Но она никоим образом не влияет на нанесение, она никакими комочками не ложится. Очень тонкое нанесение, скрывает поры и придает какое-то такое вот прям деликатное-деликатное свечение, сияние. Мне очень нравится эта пудра. Здесь очень большое зеркало. Я вам сейчас покажу оно, чтобы ничего лишнего не отразилось. Большое зеркало, но единственное, что да, для сумочки этот вариант, конечно, великоват и тяжеловат. Дальше, румяна. Вот, да, спрашивали сегодня, я смотрю, я прям так что-то сильно нарумянилась. Ну вот вы знаете, когда смотришь в зеркало, красишься, кажется, что чуть-чуть. Потом включаешь камеру, камера вообще по-другому все передает. У меня румяна буржуа, им уже 500 лет. Вы спрашивали, какой оттенок. 34 Rose d'Or называется. И кому-то я писала, кстати, вот я вижу, что я лишнюю буковку написала в названии. Я не знаю, есть такие или нет, но это называется розовое золото. И вот так они выглядят. Они просто бесконечные. Я, честно говоря, уже жду, когда они закончатся, чтобы купить что-то новое, но они не заканчиваются. И вот при такой маленькой упаковке в них есть зеркальце, которым, ну, невозможно пользоваться, когда ты румянишься. Конечно, если где-то ты в пути, наверное, это, ну, лучше, чем ничего. А, конечно, в домашних условиях неудобно. Дальше переходим к хайлайтеру. Ну, все, я прям плотненько сижу на хайлайтерах, я покупаю их, наношу вот здесь на щечки и немножко на переносицу. У меня хайлайтер Эстрады, и это самый любимый хайлайтер, несмотря на то, что у него тоже мега бюджетная упаковка и мега бюджетная цена. Буквально на второй, наверное, неделе использования вот такая беда случилась с крышечкой. Ну, за там около 200 рублей я за него отдала. Это не страшно, я считаю. Тем более, что я не ношу его в сумочке, он у меня стоит в косметичке. И бог с ней, с этой крышечкой. Главное, что она прикрывает. А вот так выглядит хайлайтер. Он похож даже на пудру. Но все-таки это светящаяся текстура. Я сейчас нанесу, покажу. Ну, очень-очень деликатная. Можно, конечно, переборщить, если постараться. Но если наносить очень тоненько, то получается, ну, просто классно. Нет какого-то гипер-мега там перламутра. И даже он, если есть, видите, он не яркий, не белый. И вот этим он меня и подкупает. У меня оттенок 310. Есть там еще и белые оттенки, и розовые. Но вот этот 310, именно такой вот пудровый оттенок, мне очень нравится. У меня даже есть в запасе. Я увидела, что на распродаже там что-то прям за какие-то копейки и купила. Наношу я и пудры, и румяна, и хайлайтер кистями Faberlic. Для пудры, ну, видно, да, какая для румян, какая для хайлайтера. Теперь переходим к теням. Давайте к бровям. Вот я прям как крашусь, я сейчас вам так и покажу. Сейчас у меня в использовании карандаш 5527 для блондинок. Он у нас рассчитан. Карандаш для бровей затачивающийся. Да, это не очень мой любимый формат. Я не люблю точить, но
решила попробовать, мне было интересно, и плюс ко всему карандаш, который я люблю, Vivienne Сабо автоматический, я никак не могу его поймать по акции, а за 300 там с лишним рублей я не хочу покупать карандаш, я уже избалована бюджетной косметикой, даже 300 рублей карандаш, если раньше я покупала там за 1000 с чем-то карандаши, у меня это не волновало, то сейчас мне кажется, что 300 там 50 или 25 рублей это капец как дорого. И, конечно же, я купила за 99, это по цене каталога, а по цене консультанта у меня на 26% меньше. В общем, я рублей за 80 купила этот карандаш, безумно довольна, мне он очень нравится. Ну, вот этот минус, что его нужно точить, я, конечно, переживу. Но, честно говоря, хочется, чтобы был и автоматический такой карандаш. У нас есть автоматические карандаши в линейке Секрет, но они настолько быстро расходуются, что ну, либо нужно ждать акцию для того, чтобы купить за половину цены, и от нее еще там была скидка консультанта, либо пользоваться вот таким карандашом. Вот за 99 рублей я сейчас еще нарисую. Очень хорошо ложится. Сейчас у меня на бровках буквально пару прикосновений я сделала, и брови готовы. Щеточка тоже хорошо расчесывает. Я боялась, что она будет, ну, мне не подойдет, мне не понравится. Мне все-таки, знаете, больше нравится такая вот спиралевидная, как от туши. Почему? Потому что вот это вот все-таки близко расположены у нее щетинки, и она как бы, ну, прям, как сказать, ну вот вы знаете, да, разницу, щетки для укладки такие бывают толстые, круглые, и от них волосы прям, ну просто выпрямляются, а есть обычные расчески, которыми можно, ну как-то редки сделать, в общем, мне другая кисточка нравится больше, чем это, но это тоже нормально для использования, приноровилась. Дальше тени. Как базу просто на все веко, для того, чтобы придать немножко другой тон, я наношу тени. У меня Clinique одиночные тени, оттенок 09 Glass Sleeper. Я не знаю, есть такие сейчас или нет, мне их отдали с комментариями, что ими невозможно накрасить. Но вы знаете, действительно, да, их очень тяжело набрать, их очень тяжело перенести, они сильно пылят. Я специально вам не стала ничего доводить до идеала, до совершенства. Показываю, да, они пылят, у них коробочка вся вот в тенях, в пыли теней. Но я все-таки кистями умудряюсь их набрать. Видите, даже уже вот до дырочки здесь дотерла. И перенести на века. Я не знаю, вы сейчас увидите или нет какие-то изменения. Ну, буквально вот такие они и на веках. У меня они сейчас под бровь нанесены немножечко на все веко. Ну и следующий этап, летний мой вариант. Меня уже не раз спрашивали, Марина, что за тени? Я даже их уже показывала в макияже. Это Диваш голографическая палетка. Мне ее присылали на обзор, и она мне заменила палетку Герлен, которая у меня была, тоже голографическая, но мой любимый зеленый оттенок раскрошился, когда они упали. И я его там собирала по кусочкам, использовала исключительно летом, потому что оттенки действительно, ну, прям летние-летние. Я избавилась от той палетки, все эти крошки выбросила. Теперь вот эта пришла на смену, потому что, ну, она вообще ничем не уступает. Сегодня у меня на веках розовый оттенок, если вы приглядитесь, вы увидите, что особо ярко розовым он не выглядит, и его так и не нанести. Для этого оттенка у меня другая кисть существует, для этой палетки. Ну и вот он, розовый оттенок. И давайте я сейчас найду еще свободного места и нанесу вот здесь на руку. Я пыталась использовать его как румяна, но как румяна вообще никак не работает. Смотрите, как красиво переливается голограмма на задней поверхности, на обратной стороне, очень классно. Вот этот оттенок использую периодически. Дальше средний оттенок, это зеленый, это прям, ну, просто моя любовь. И посмотрите, как он наносится, вот он дает прям очень красивое свечение, издалека освежает взгляд больше, чем розовый. Ну, давайте я сейчас прям при вас это сделаю, ну и ладно, пойду на работу с разными глазами. Нет, конечно, я подправлю макияж. И вот так выглядит розовый оттенок, а вот так зеленый. Ничего, что я без зеркала, но главное, что вам понятно. Мне кажется, даже взгляд как-то больше открылся, да, с этой стороны, чем с розовыми тенями.
Ну и последний оттенок, который я не использую, он для меня слишком перламутровый, хотя выглядит таким бежевеньким. Это тоже прям хайлайтер-хайлайтер. И посмотрите, вот он красит белесым, прям таким даже ближе к стальному, что ли, оттенку. Да, вот в отличие от моего хайлайтера, да, обратите внимание, я сейчас рядышком нанесу, и мы с вами сравним, как могут отличаться хайлайтеры. Вот. Вот так. В общем, я не знаю, за сколько продаются вот эта палетка. Смотрите, какая она огромная. Мне кажется, мне до конца жизни просто хватит этих оттенков, потому что я использую их только летом. А лето у нас очень короткое, и вообще у нас в этом году лета-то и нет, к сожалению. Так, ну, следующее, что идет у меня на подводку, это тени Секрет. Я летом люблю очень использовать не коричневые оттенки, именно зеленые и синие. У меня оливковая, по-моему, нежность называется 5621. Я обещала сделать обзор на те тени, которые у меня есть. У меня 4 палетки. Я обязательно это сделаю и вам покажу. Для подводки использую вот этот зеленый оттенок изумрудный. Тоже сейчас он у меня вокруг глаз нанесен и по краю верхнего века. Но периодически у меня обостряется чувствительность глаз, и я для этих целей купила еще и каял зеленый, тоже изумрудного цвета, такого красивого. И что-то у меня отреагировали глаза, не пойму, то ли на патчи, то ли на карандаш. Пока отложила его использование, сегодня попробовала патчи, посмотрим, будет у меня реакция или нет. Левый глаз у меня бунтует, но сейчас вот он в спокойном состоянии, и я решила начать с патчи, потому что глаза вроде не такие чувствительные. И в общем, вот так он выглядит. Писали в комментариях, что возможно раздражение из-за блесток. Я сейчас нанесу побольше и покажу, что блесток в этом оттенке нет совсем. То есть вот этот момент исключен, что здесь какие-то могут быть блестки. Нет, блестки в этом карандаше раздражать не могут. Да, его тоже нужно точить. И наносить можно на слизистую, раз это каял, но с моими глазами ни о каких слизистых вообще речи не идет. Также у меня есть кисти для растушевки, но это все зимние варианты, видите, для темных оттенков, для теней средних оттенков. Это я вам показываю, что у меня еще есть косметички. Есть скошенная кисть для бровей и подводки, именно ей я наношу тени, очень классно наносит, и иногда растушевываю еще эти тени, но сегодня нет. Ну и еще карандаши, которые я тоже сейчас отложила, 5617, бесподобный кофейный, по-моему, он называется. Мой любимый вариант, автоматически выкручивающийся. И я его использую, ну вот, не летом, потому что для меня вот этот оттенок скучноватый. Это прям такая осень, зима, вот это я люблю. Так, ну и последний, нет, не последний, еще будут для губ средства. Тушь для ресниц. Сегодня у меня Fly Lashes на ресницах. У меня две любимых туши, Push Up и Fly Lashes. Ну, вот сейчас она у меня на ресничках. Я тут сделала процедуру, вообще не свойственная мне. Я не люблю ни накладных ногтей, ни гель на ногтях, ни вот эти ресницы какие-то там искусственные. Я это все, знаете, даже больше из-за чего не люблю? Из-за того, что этому нужно посвящать время. Это нужно записаться, это нужно прийти, это нужно высидеть вот это время. Я не люблю из-за этого в парикмахерскую ходить. В общем, я люблю все это делать дома параллельно чему-то еще. Ну вот ресницы я с утра опять за 5 минут накрасила, вечером за 3 минуты смыла. 8 минут в день у меня уходит на ресницы. Но это происходит каждый день и по чуть-чуть. А вот пока я лежала на ресницах целых 2 часа, не знаю, может быть, я сниму вообще целое видео про то, как я сходила на эту процедуру, называется «Вельвет». И я просто еле встала за 2 часа, лежа на спине, и у меня затекло все, что можно, и я даже прийти в себя не могла. Ну, плюс ко всему, это все равно агрессивная процедура, несмотря на то, что глаза закрыты, все равно поры вот того, что с тобой там делают, это все попадает в глаза, если они чувствительные, то, ну, я, честно говоря, 2-то дня у меня прям был дискомфорт в глазах, и я вряд ли пойду на такую процедуру повторно, только из-за того, что у меня чувствительные глаза. Вообще ресницы выглядят немножко по-другому, они загнутые, и их накрасить теперь, ну, буквально только кончики подкрасить. Тушь 5327 у нее артикул, достаточно толстенькая щетка, все, ну вот не все довольны этой щеткой, но на самом деле приноровиться можно. Ну, я, по крайней мере, сужу по себе, так, конечно, делать не надо, но
Это каждый сам себя решает, либо он покупает только то, что ему нравится, либо человек может приспособиться ко всему. Вот я такой человек, который может абсолютно к любой кисточке приспособиться, и к этой в том числе. Мне очень нравится тушь за то, что она легко наносится. Очень долго ее хватает, 13 миллилитров здесь, и я еще, мне кажется, ни разу до конца не использовала, потому что у меня тушь служит, ну, месяц, вот это бывает два. И сразу она идет на выброс, потому что меняются немножко свойства, она подсыхает, она может подсыхать, и я никогда не разбавляю тушь, я покупаю ее, ну, просто за сущие копейки, поэтому зачем мне это делать? Я куплю новую, свежую, и буду пользоваться ей. Все равно, когда вы чем-то разбавляете тушь, меняется ее структура, меняется качество туши, вы уже не получаете того удовольствия, как раньше, ну, хотя у кто-то нету, да, у ресницы у всех разные, требования к макияжу у всех разные, кто-то любит естественные, там, мне кажется, вообще без разницы, чем краситься, кто-то любит наоборот драму, вот тут не каждая тушь подойдет, то есть очень много нюансов, и, конечно, это на ваше усмотрение, разбавлять, не разбавлять. Я вроде не рядом с аэропортом живу, но кто-то летит очень-очень шумно, у меня потрескивают окна. Ну, ладно. В общем, эта тушь у нас в данный момент продается со скидкой, и она периодически бывает с очень хорошими скидками. Я, конечно же, делаю запасы, сейчас у меня запас есть. Обязательно покажу вам мои хомячьи запасы всего. Ну и переходим к декору. Все, наступило лето, и ни о каких помадах вообще речи не идет. Использую исключительно блески и использую свои любимейшие блески от Марии Вэй. Посмотрите, у меня есть практически все оттенки, один еще у меня есть на работе. Сейчас на мне вот этот красноватый оттенок, я сейчас скажу артикул, это 4783. Это самый яркий, мне кажется, оттенок, я его очень тонко нанесла. И посмотрите, какой он еще ярче даже смотрится на руке, чем на губах, ну, за счет того, что все-таки наложен оттенок на пигмент губ, а не на белую руку. Называется это клубничный леденец и выглядит в каталоге вот так. Ну, не так ярко на самом деле, как он у меня сейчас выглядит на руке. Это каталог номер 9, сейчас в 10-м каталоге нет, и в 11-м, по-моему, тоже нет. Дальше показываю оттенки. Тоже я использую, наверное, осенью. Это, по-моему, черничный оттенок. Сейчас я его нанесу. Видите, он такой, может быть, кажется ярким, но нет, на губах он выглядит. Его можно и ярко накрасить, и побледнее. И когда побледнее красишь, он очень красивый получается. Да, называется он черничный капкейк 4722 оттенок. Следующий оттенок, это мой сейчас, ну, просто топ. Мой любимый неоновый такой розовый, но, девчонки, он неоновый розовый вот здесь на картинке и вот такого вида неонового на самом деле он очень красиво лежит, когда его нанесешь тоненько, он просто превращается, ну, он придает яркость губам, блеск, и называется он малиновый смузи 4726. Вот так он выглядит, но пусть вас не пугает эта яркость, мне прям безумно нравится. Следующий, ну прям такой нейтральный и, мне кажется, много кому подходящий. Это точно называется оттенок сладкая вата. Он такой холодный розовый оттенок. Вот я его здесь нанесла. Холодный розовый, его можно нанести поярче, но тогда будут, скорее всего, губы бледноватые. Сладкая вата 4724. Вот он. Выглядит нежный, светлый. Я вам сейчас не смогу показать ягодный мусс 4784, как раз он у меня на работе. И вот это самый, знаете, такой нейтральный вообще оттенок. Он не бледнит, он не делает губы более яркими. Он просто дает очень культурный блеск губам. Просто классный, и им можно вот так, не глядя, накраситься, и будешь красоткой. Вот так я на работе, собственно, и делаю. Ну и последний оттенок, который тоже у меня любимый. У меня здесь все любимые, кроме бежевого. Бежевым я не пользуюсь, он мне как-то бледноватый. Это, по-моему, персиковый. Вот он может выглядеть очень ярко, очень притягательно, соблазнительно. Оттенок, сейчас вам скажу, здесь вот, к сожалению, все стирается. И он называется персиковое суфле 4725. Вот он здесь посерединке.
Ну и карамельный пудинг 47-23, вот это единственный оттенок, который у меня не прижился, потому что я просто сливаюсь с этим оттенком, и мне нужно что-то поярче. Ну, теперь уже точно все, никаких помад я вам точно не покажу, у меня еще и мама тут косметичку немножко распотрошила, сказала, мне нужны помады. Я говорю, да забирай все, что хочешь, какая проблема, куплю еще. В общем, вот это то, что сейчас у меня в использовании, с удовольствием. Да я забыла вам показать, чем я фиксирую брови. Это гель для бровей от Art Visage. Выглядит он вот таким образом. Но нет, когда он продается, он выглядит совершенно прозрачным. Это здесь пигмент уже карандаша, который попадает из бровей на кисточку и переносится сюда. Прекрасно фиксирует брови. Не выглядят брови какими-то скомканными, никаких засохших комочков не дает. Ну и если пудрится поверх, тоже пудра почему-то не прилипает, как к нашему гелю, после которого брови выглядят, извините, как в козявках все. В общем, я этим гелем довольна, около 100 рублей его можно купить, может, без акции там 130, по акции там за 90, по-моему, дочь последний раз покупала. В общем, этот гель просто чудесный, здесь 5 мл, и я вам его тоже советую, и благодарю всех, кто мне этот гель посоветовал. Ну, на этом все, девчонки, кто хочет покупать косметику Faberlic, проходите по ссылке под этим видео, буду рада видеть вас в команде, вы получите скидку, вы получите подарки. Ну, а на этом все, с вами была Марина Соловьева, надеюсь, вам было интересно, пишите свои комментарии, чем вы пользуетесь, ну и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы быть уведомленными о моих новых видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в моих новых видео. Пока!